Друзья, привет! Я приехала по делам в город Вилбек и увидела такой парк, очень симпатичный, живописный. Решила вам поснимать. В этом парке, оказывается, находится музей современного искусства. Он называется Kunstpavillon Вилбек. Вот он, белое здание такое. Еще здесь разные такие какие-то скульптуры. Сейчас я пойду поближе и вам сниму. Посмотрите, какая красивая сейчас природа. Было солнышко. Пявает соль. Это, конечно, когда overskyet, то можно не видеть фауну по самому. Но можно еще видеть, hvor flotte blade der er her i parken. Fantastisk. Ну, мы с вами идем вот туда. Так, ну вот этот музей. Det er et museum. Et museum. Он называется Vestjyllands Kunstpavillon Arne Haugen Sørensen Museum. Вот так это называется. Ну и все выполнено в таком современном стиле. Яркие такие большие конструкции, громоздкие, все в белом цвете. Это все на фоне очень такого живописного парка. Здесь очень красивая природа. Здесь есть скульптуры, да, скульптура и паркен. И эти скульптуры, они каждая называется как времена года. То есть fall, after, summer, winter. Вот, здесь даже детская площадка есть. Вот там на другой стороне. Вход здесь для взрослого стоит 70 крон. Но сегодня я точно не пойду, я просто пришла погулять сюда из любопытства. Вот, посмотрите, как красиво. Это еще там Эна посвяна. Да, и Лиля и Митни. En lille ø i midten, og så det her, det er en sø, eller en å, en å, det tror jeg, det er sådan en stor vand. Det her, det er måske en sø, en basur ozera. I kan høre springvandet i midten. Der er en springvand, og rigtig mange aner. Der er også siv, kan man se. Ну и так это примерно выглядит. Ой, май флот, шмук, парк. И это осфал. Посмотрите, вам с этой стороны сниму. Очень живописно. Здесь есть очень красивый дом. Вот тот белый большой, очень красивый. И здесь, оказывается, есть кафе в этом музее. Вот прямо здесь нужно прийти, посидеть, посмотреть на красивую природу, попить чай, кофе, покушать. Так, и вот я перешла на другую сторону. Здесь очень прикольная детская площадка. В Дании очень много детских площадок в разных парках. И это здорово, конечно. Они все бесплатные. Вот. Посмотрите, какие цвета. Я перешла на другую сторону, чтобы снять вам с этой стороны этот музей и парк. Полюси ди фауа.
orange, brune, brunlig. Rigtig flotte. Так, ну вот еще вам осенних листьев я снимаю. Красота, скоро и эти отпадут. Вы посмотрите, какие цвета красивые. Если бы солнышко было, то вообще было бы супер. Ну и так видно. Пойти мани блело. По юан. Stadigvæk nogle mange blader på træerne. Orange, gule, brunlige, lidt rødlige. Og springvand lige midt på øen. Eller øen er midt på søen. Og så springvand i søen. Der sparkler. Смотрите, какое дерево. Я не удержалась, его сейчас сниму. Det er en meget stor træ med en kæmpe stor stamme. Det er en nåltræ. Ух. Это музей современного искусства. Это музей модерной kunst. Den hedder Kunstpavillon. Я видела там немножко, потому что большие окна. Я внутрь, конечно, не заходила, потому что просто я не планировала сегодня. Но там видно, что висит очень много картин. Некоторые я так увидела. Большие такие полотна, яркие цвета. Цвета, кстати, вот очень похожи на цвета этого парка. Как-нибудь можно будет приехать, потому что я смотрю там, как у них цены написано, что, думаю, здесь достаточно часто и школьники группами приезжают, возможно, приходят, смотрят, и взрослые. То есть я даже не ожидала, что здесь неподалеку есть такой музей. Вот, и вам рассказала, надеюсь, что вам это было немножко интересно. Это такое развлекательное, расслабляющее видео. Просто показать вам природу, показать вам этот парк, этот музей снаружи. И, возможно, чем-то вас заинтересовать. Всего вам самого доброго и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока!